Она стоит на 8 аэродромных плитах. Общий вес елки – 90 тонн. Это вес большого самолета или даже гренландского кита. Тюменская красавица на Цветном бульваре – рекордсменка среди местных елок сразу по нескольким показателям. Она самая высокая в городе – 28 метров. Это как 9-этажный дом. При этом в диаметре 8 метров. Елка на Цветном бульваре – единственная музыкальная в областном центре. На выбор 10 мелодий – от новогодней классики до современных хитов. Новогоднее дерево украшают 60 гигантских колокольчиков и столько же свечей. До макушки тянется 4000 метров проводов. Стробоскопы, мелкие лампочки, зажигают только в темноте. Их больше 500, а на звезде ни много ни мало 2000 светодиодных модулей. Ель горит лишь в темное время суток. Зажигают ее через сигнал Wi-Fi из круглосуточного пункта охраны. Кстати, игрушки висят от земли на высоте 4 метров, до них не допрыгнуть. Но интереснее всего, что в сердце главной елки Тюмени. Александр, скажите, пожалуйста, вообще при каких минусовых температурах все вот это дело вообще реально будет работать? Ну, конструкция елки и электрооборудованием предусмотрена специальная система подогрева до минус 50. Внутри 16 металлических опор. Александр Афанасьев с ребятами и устанавливал эту конструкцию. У 10 альпинистов ушло на это 2 недели. Елку везли на 6 грузовых длинномерах, поднимали строительным краном, а демонтируют лишь в феврале. Итак, елка на Цветном бульваре самая большая в Тюмени. Кстати, эту и другие рубрики вы можете найти в группе ВКонтакте. А мы покажем еще больше.